Друзі мої, це «Україна-24». Сьогодні ми зустрічаємося з Юрієм Фельдштинським, знаменитим істориком, письменником, громадським діячем. Будемо говорити про події, які відбуваються сьогодні в світі, в Україні. І нагадую, ставте своє вподобання, коментарі. Для нас дуже важливий ваш фідбек. А також підписуйтесь на канал. Здравствуйте, Юрій Георгійович. Добрий вечір. Ну вот я начну с того, что, пожалуй, что сегодня появились новые иноагенты, это Каспаров и Ходорковский, и для меня совершенно непонятно, какой в этом смысл. Ни Каспаров, ни Ходорковский не имеют давно никакого отношения к России, ну в том смысле, что они там не живут. А никакие талоны на повидло они там не оставили, никаких льгот у них там нет. И это просто вот такой жест у Путина был для того, чтобы объявить всему миру, что они больше фактически не въездные и не являются как бы юридическими, так сказать, фигурантами, то есть они не могут в России ничего получить. Ну, мы знаем, что такое иноагенты. Понимаете, я думаю, что мы уже дошли до того этапа, момента, черты, когда нас абсолютно не должно волновать, что говорит российское правительство на всех уровнях, от самых верхов, от Путина до самых низов. Потому что слова их нельзя воспринимать всерьез, верить им нельзя, вникать в то, что они говорят, тоже нельзя, это действительно бессмысленно. Я думаю, что они не всегда сами понимают, что они говорят. Ну и в этом смысле, конечно, объявление иноагентами Каспарова и Ходорковского выглядит просто анекдотично. И тот, и другой давно живут за границей. Будем откровенны, не по своей воле. Ходорковский реально был выслан. Каспаров был выжат из России. Кстати, тот и другой политический деятель в любой нормальной стране были бы гордостью политической элиты государства. И тот и другой, кстати говоря, легко могли бы претендовать и на должность премьер-министров, и на должность президента. Если иметь в виду Каспарова и если иметь в виду Ходорковского. Поэтому то, что сейчас происходит, ну, опять же, понимаете, на фоне войны в Украине все остальное становится уже проблемами второго, третьего и десятого порядка. Да? Я даже думаю, что вот эта новость о том, об иноагентах, ни Каспаров, ни Ходорковский просто даже не заметят и не услышат. Ну, тогда перейдем к более серьезным новостям. Сегодня опубликовал свою колонку «Нью-Йорк Таймс» Тимоти Снайдер, и она имеет красноречивое название. Мы должны сказать «Россия – фашистская страна». Снайдер отмечает, что предпочел бы называть русский вариант этого политического явления «шизофашизмом», да? Однако украинцы нашли для него более такую точную формулировку – «рашизм». И действительно, мы имеем дело, наверное, сегодня с каким-то новым видом фашизма в лице вот современной России. Во всех случаях это шизм, фашизм, нашизм, рушизм. Не очень принципиально. Если искать аналогии в истории, то, к сожалению, аналогия, которая очевидна, это аналогия с нацистской Германией. А вообще все, что делает и придумывает Путин. И когда я говорю Путин, на самом деле я должен подчеркнуть, что это некий коллективный Путин. Я совсем не считаю, что, ну, скажем так, избавив нас от Путина или Россию от Путина, мы можем поправить ситуацию. Я считаю, что проблема намного серьезнее, и все не ограничивается Путиным. Но действительно в России создан очень быстро, хотя даже не быстрее, чем в Германии, может быть, даже медленнее, чем в Германии, создан абсолютно фашистский режим. Абсолютно фашистский режим. По всему, по риторике, по тактике, по манере поведения, по использованию символов. Вот абсолютно все, что от
оттуда к нам сейчас как бы доносится то, что мы видим, то, что мы слышим. Это абсолютно фашистский режим. И, к сожалению, состояние российского общества и состояние российского государства больше всего напоминает нам состояние германского государства в 1939-1941 году или в 1932-1939 году. Да? То есть буквально зеркальное отражение. Поэтому, я считаю, нам очень легко понять и увидеть, что происходит в России, потому что когда это было в Германии, это было настолько ново, да к тому же не было тогда ни интернета, ни телевидения, ни айфонов, что трудно было осознать происходящее. Да? Ведь нацизм в Германии был явлением в тот момент абсолютно уникальным. Я как бы ощутить его в полном смысле этого слова было совершенно невозможно, потому что в культурной европейской стране, да, с Гёте, с Гейна, с Бетховеном, да, там, с Пушкиным, с Лермонтовым, с Чайковским, появился лидер, ставший произносить совершенно какие-то сумасшедшие, да, иррациональные речи, и вся страна вдруг стала абсолютно как бы слепо идти за этим лидером. И это ровно то, что мы видим сегодня в России, да, где были Пушкин, Лермонтов, Чайковский. Ну, правда, всех как бы убили и довели до смерти, да, но тем не менее были они, пока были живы. И вот эта вот страна, да, сегодня стала действительно абсолютно нацистской, без какой-либо жалости к кому-либо, в том числе к себе самим, будем откровенны, готовая убивать, готовая поддерживать убийство на любом, в том числе и государственном уровне, готовая и оправдывающая использование, пока что теоретическое, пока что потенциальное, ядерного оружия. То есть, в принципе, во все это трудно поверить, да, потому что это совершенно иррационально, дико. Но, к сожалению, это та реальность, в которой мы сейчас оказались, и нужно понять, что эта реальность именно такая, что это не наше преувеличение, что это не наши опасения, что это та вот реальность, в которой мы сейчас живем, и нужно думать, как жить в этой реальности, и как бороться в этой реальности, и как победить этого врага, так, в общем, ну, я не могу сказать, неожиданно поднявшегося, потому что, будем откровенны, я изучаю эту систему много лет, и, в общем-то, я всегда понимал, насколько она опасна. Но для всех остальных эта опасность, она окончательно открылась 24 февраля. И вот теперь уже все должны... Юрий Георгиевич, ну вы же... Как с этой опасностью бороться? Вы историк, и вы сами говорите о том, что вы много лет изучаете вот эту ситуацию. Кто вскормил эту гадину? Кто наполнил ее плотью и кровью? Там, я не знаю, нерешительность Запада, особые обстоятельства, еще какие-то исторические факторы, которые вот просто надули то, что называется современным нацизмом, сегодня вот российским расизмом, да? Ведь кто-то же это надувал, понимаете? Кто-то же вскармливал это. Ну, будем откровенны, эта гадина вскормила себя сама в основном. Она была образована в декабре 1917 года под названием ВЧК. И с тех пор ею успешно пользовались коммунисты до поры до времени, считая, что это очень важный инструмент в борьбе со всеми врагами коммунизма и конкретно советского правительства. В 1991 году коммунизм рухнул, монополия компартии на власть растворилась. Госбезопасность впервые в истории оказалась без политического контроля. К чему она стремилась? Начиная с декабря 1917 года, в упорной борьбе с компартией, она стремилась за власть, стремилась создать ту ситуацию, когда не будет, наконец, политического контроля компартии над КГБ, которым КГБ очень тяготилось и считало, что все неудачи
государства, советского государства, связаны исключительно вот с этим политическим контролем Компартии над госбезопасностью. В 1991 году этот контроль исчез вместе с монополией Компартии. С 1991 года по 1999 госбезопасность упрямо через несколько переворотов попыталась и в конце концов успешно в 2000-м захватила власть в России. С 2000 года начинается абсолютно новая эпоха, когда впервые в истории человечества, и я тут не преувеличиваю, впервые в истории человечества, власть в государстве, и не просто в государстве, а в огромной державе, к тому же ядерной державе, стала принадлежать КГБ. Это интуитивно я понимал уже тогда, что это смертельно опасный сценарий. Я не мог как бы объяснить, почему он смертельно опасный и чем именно он будет смертельно опасный. Но то, что госбезопасность, которая натренирована на то, чтобы убивать и разрушать, и никогда не училась строить и созидать, не может управлять государством интуитивно, да? И вот я, например, понимал, что это должно привести к катастрофе. И вот результат этой катастрофы, да, мы постепенно уже стали как бы видеть, да, там Грузия в 2008, Украина в 2014 и, наконец, сейчас 24 февраля. Это то, к чему госбезопасность стремилась все эти годы, я не преувеличиваю, с декабря 17-го, с декабря 1917-го, да. Просто вот наконец-то, как они посчитали, у них достаточно сил, чтобы свести счеты со всем цивилизованным миром. И вот результат вот этой вот политики мы сейчас впервые начинаем ощущать как бы всем миром. Понятно, что, к сожалению, прежде всего платит за это Украина. Да? Потому что вот эта первая война, она начата с Украиной. Но это только первый этап, что для Украины может быть хорошая новость. Конечно, весь цивилизованный мир, Запад, НАТО, как бы ожидают найти возможность заморозить этот конфликт в границах Украины. Искренне надеются, что Путин завязнет в Украине и не сможет расширить этот конфликт, эту войну за пределы, за как бы, украинской границы. Я не думаю, что это то, что произойдет. Я думаю, что Путин сам пойдет на расширение этого конфликта. Я думаю, что следующий на очереди, конечно, будет Молдова. Что следующий затем на очереди будет бывшая советская Прибалтика. То есть я думаю, что все это нас как бы еще ждет впереди, если мы не остановим Путина в Украине. Вы знаете, хочу спросить у вас, как у историка. То есть мы фактически имеем дело с началом Третьей мировой войны или Четвертой, как кто считает. Потому что некоторые считают, что Холодная война – это была Третья мировая война, но тут это терминология. Есть ли ресурс Путина, я не знаю, экономический, политический, любой другой ресурс, человеческий, общественный, расширять вот эти свои действия до войны с НАТО и со всем миром? Это же очень серьезная история. Есть ли у него этот ресурс? Или он не понимает, или он живет в неадекватной, так сказать, мыслит неадекватно, и он не очень понимает, есть у него ресурс или нет? Он, конечно, неадекватен, он, конечно, живет в неадекватном мире, им созданным. Но, повторяю, он не один. Там, как говорится, вся страна сейчас такая, да. Поэтому считать, что Путин один сумасшедший в доме, где все остальные жильцы нормальные, не приходится. Это не так. А у Путина есть один очень серьезный аргумент. Этот аргумент называется ядерное оружие. Это тот аргумент, который он использует. По крайней мере, уже сейчас
он постоянно об этом говорит, на всех уровнях. Мы это слышим не только от Путина, мы это слышим от Патрушева, мы это слышим от руководителей второго как бы уровня. Мы слышим опросы общественного мнения в России, где на вопрос, готовы ли вы, чтобы было использовано ядерное оружие, если нужно защитить нашу любимую родину, и большинство отвечает, что готовы. Так что в этом смысле там пиарная подготовка, политическая подготовка, идеологическая, она давным-давно ведется. Но проблема в том, что было бы крайне неразумно на месте Запада, ну и Украина тоже, но Украина уже как бы в войне, да, на месте Запада считать, что угроза использования ядерного оружия России – это блеф, на который не следует реагировать. Это, безусловно, не так. Это не блеф, просто мы сейчас как бы в первой части, да, термоядерного варианта войны. И первая часть – это, конечно же, блеф. Точно так же, как концентрация войск на границе с Украиной могла бы считаться блефом, если бы Украина испугалась, сдалась бы, и, собственно, Путина не пришлось бы вводить войска. Но когда блеф перестает работать, то вступает в действие вторая фаза, которая заключается в реальном использовании того оружия, которое до этого было частью блефа. Так было с вторжением в Украину 24 февраля, так на самом деле будет и с угрозами об использовании ядерного оружия. Я думаю, что это абсолютно реальная угроза, с которой нужно считаться. Угу. Хочу, как историка, вас спросить вот еще, что я задаю иногда этот вопрос, и никто мне не может внятно ответить. Считается, что Путиным привели к власти олигархи. Это я задаю вопрос в связи с тем, что вы говорите о власти ЧК и НКВД, и затем КГБ. Но у меня постоянно такое чувство, что Путина просто подложили олигархам, в частности Ельцину, Юмашевой и всем остальным, а КГБ подложила. Это было решение неизвестного молодого полковника, подготовленного для этой деятельности, ввести просто в этот круг. Возможно, это вот мне так кажется. И что сейчас уже возможно, потому что когда говорят о преемнике, говорят там о Патрушеве, еще о ком-то. А может ли быть такое, Юрий Георгиевич, что опять готовят какого-то молодого следующего, вот эта система полковника, который будет продолжать начатое для того, чтобы сохранить власть КГБ? Вы знаете, то, что Путина привели к власти олигархи, это как бы правильное в каком-то смысле утверждение. Но проблема же не в этом. Проблема в том, что Путина приводили к власти совсем не только олигархи, а и в этом смысле вовсе не олигархи. То есть олигархи считали, что к власти Путина приводят они. Но я хочу напомнить, что в тот же самый момент на столе у Ельцина лежало еще два кандидата. Один из них был Степашин, который тоже был премьер-министром до Путина, и директором Федеральной службы контрразведки. А второй был Примаков, который тоже был премьер-министром до Путина, и директор службы внешней разведки. Понимаете, Ельцин мог выбрать любого из трех кандидатов. Но кого бы он ни выбрал, власть бы оказалась в руках КГБ. В этом смысле Путин был не самостоятельным диктатором, да, который пробил себе дорогу к власти, а ставленником госбезопасности. Система. Потому что олигархи в этом принимали как бы финансовую часть и даже считали, может быть, что они за это получат со стороны Путина какие-то поблажки, это оказалось правильным. И, кстати говоря, многие из них, например, там Абрамович, вполне неплохо заработал на приходе Путина. Да? Поэтому одно другому совершенно не мешает. Но то, что Путин позволяет в рамках общего нынешнего российского коррупционного строя какому-то количеству людей оставаться миллиардерами ровно до тех пор, пока государство находит это выгодным, и ровно до тех пор, пока эти миллиардеры позволяют государству их использовать так,
как государство этого хочет, да, это совершенно ничему не противоречит. Олигархами традиционно или в 90-е годы стали называться люди не просто богатые, а люди, имевшие политическое влияние, например, имевшие свои газеты, свои каналы телевидения, свои какие-то политические амбиции. Вот в этом смысле слово «олигархи», может быть, осталось, но никаких олигархов в России нет. В России есть богатые люди, которым Кремль и Лубянка разрешают на некоторых условиях быть богатыми. Но эти люди не олигархи, они просто богатые люди. Но тем не менее, вот эта вся российская знать, она привыкла к определенному образу жизни. Те люди, которых мы условно называем олигархами, они живут в Лондоне, их дети учатся в Америке, они ведут достаточно свободный образ жизни. И мне кажется, что никто из них не ожидал, что возможно такое развитие событий, возможно война, возможно санкции и все, что с этим связано. В связи с этим очень часто сейчас звучат какие-то, знаете, вот разговоры о том, что возможен заговор, что возможно устранение Путина как раз руками этих людей, потому что они на такую жизнь не подписывались, что существует огромное противоречие между армией и спецслужбами, ну и так далее. То есть можно перечислять какие-то вещи, да? Насколько это все имеет под собой основание, с вашей точки зрения? Ну, наверное, в очень большой степени это вопрос мнения, и разные как бы аналитики могут по-разному смотреть на ситуацию, но политической власти олигархи не имеют в России уже давно. Они, безусловно, богатые люди, и они, безусловно, стремятся сохранить свое богатство, но по той же причине они абсолютно лояльны власти, и никаких шагов и действий против власти они предпринимать не могут и не будут. Мы знаем, что в день вторжения в Украину Путин вызвал к себе всех, условно говоря, олигархов, но уже после вторжения, а не до, и проинформировал их о том, что Россия начинает военные действия против Украины, понимая, что это будет иметь некие очевидные финансовые последствия для этих людей. Я думаю, он это сделал отчасти потому, что многие из них буквально являются партнерами Путина и как бы держат, хранят, да, вкладывают его деньги. А при этом нам нужно понимать, что то, что начало происходить в России, в мире после 24 февраля, ну, в буквальном смысле, к деньгам уже не имеет отношения, потому что экономический ущерб, нанесенный Путиным России, настолько велик и неисчисляем, что никакие деньги олигархов на этом фоне не могут казаться серьезными. Да? То, что происходит сейчас, это не про деньги, это про, не знаю, про историю, про вечность, про величие России, про победу России в борьбе со всем миром, да, в столкновении со всем миром. Деньги тут абсолютно вторичны. Поэтому, конечно, олигархи в рамках санкций, которые вводятся, наказаны, так же, как наказано и все российское государство, но ни к чему, кроме, там, скажем так, личных неудобств и личной трагедии, если иметь в виду олигархов, это не приведет. На российскую политику олигархи не влияют и повлиять не могут, особенно они не могут на нее повлиять в разгар уже начавшейся войны. То есть никаких заговоров, никаких там обстоятельств, при которых Путин может быть снесен, невозможно. Это они травоядные, эти люди, просто абсолютно. Ну, эти люди, безусловно, то есть более трусливых людей, чем олигархи, нет на свете и быть не может, потому что для них цена вопроса очень большая. Мы говорим о сотнях миллионов, о миллиардах долларов. И как бы смелость тут ни при чем, да? Тут какие-то другие человеческие качества должны включаться для того, чтобы эти деньги сохранить. Точно не смелость. Точно не смелость помогала этим людям заработать эти деньги. А совсем другие качества. А если говорить о заговорах, ну, понимаете, в любых
ну, в кавычках, нормальных странах, да, какую-то роль играет обычно армия. В России армия исторически никогда не играла никакой роли. И российские генералы, может быть, смелые люди на поле боя, и то, я думаю, не все. Но вот перед начальством они все пасуют немедленно. И ничего в этом плане более трусливого, чем российский генерал, быть не может. А если иметь в виду спецслужбы, из которых, собственно, вышел сам Путин, и из которых сформирован основной корпус людей, управляющих сегодня Россией, то, к сожалению, я считаю, что никакого раскола и никаких разногласий тут нет, потому что там нет, вернее, да, потому что начиная с 2020 года эти люди настолько как бы отбирались, отшлифовывались, подстригались под общую гребенку, чтобы, не дай бог, там не было ни одного инакомыслящего и ни одного предателя, что мы совершенно не случайно, будем откровенны, не видим перебежчиков сейчас из лагеря госбезопасности, не видим перебежчиков из числа дипломатов российских, служащих за границей. Настолько, я думаю, с точки зрения кадрового отбора, Путин и те люди, которые определяли кадровую политику госбезопасности, грамотно и серьезно подошли к этому делу. Притча во языцах, что Путин якобы коррумпировал всю Европу и весь мир, что есть там десятки дипломатов, я не знаю, представителей интеллигенции, представителей чиновников, евродепутатов, которые работали на Россию, потому что они были коррумпированы. Ну и знаете, вот Шрёдер такой очень типичный пример вот в этом контексте. Как вы считаете, насколько ли, ну, вот, действительно ли это так, да, и действительно ли вот щупальца вот эти вот российские, коррупционные, проникли повсюду, где можно, и насколько сегодня реально он влиятельный человек в мире, даже после того, как он начал, уже понятно, что там Россия фашистское государство, что он начал войну против всего мира. Вот как сохраняется его влияние? Или уже его нет, этого влияния фактически? Ну, скажем так, Путин сегодня столь же влиятелен, как влиятелен был Гитлер после 1 сентября 1939 года. Сказать, что Гитлер был невлиятелен, нельзя, но диалоги с ним уже закончились, и период для переговоров после 1 сентября 1939 года прошел. Я думаю, что после 24 февраля мы уже не в том состоянии, когда мы готовы вести путь с Путиным какие-то переговоры, потому что это совершенно бессмысленно, потому что, во-первых, ни одному слову российского руководства доверять нельзя, и это относится и к Путину, и к Лаврову, поскольку они постоянно обманывают. Ни на какие уступки, собственно, они не идут, и никаких уступок они не предлагают, поэтому нет ни предмета переговоров, ни площадки для переговоров. А что касается денег, то да, к сожалению, Россия очень удачно и успешно использовала деньги как инструмент, в том числе инструмент для внешней политики. Отчасти это было вызвано некими объективными моментами, главный из которых заключался в том, что до 1991 года был Советский Союз, который был врагом. И вроде бы с ним было как-то неудобно иметь дела, в том числе и неудобно было бы, например, политическому лидеру типа Шрёдера получать зарплату, например, от советского правительства. А с 91 года ситуация изменилась, Россия вроде бы стала то ли другом, то ли партнером, то ли просто экономическим партнером, то ли политическим союзником. Никто ведь не квалифицировал Россию как врага в период между 91-м годом и, скажем прямо, 24 февраля этого года. Все считали Россию как бы партнером, либо там хорошим, как в 92-м, 93-м годах, либо
трудным, да, либо там совсем сложным, как уже под конец, начиная с 2014 года. Но, тем не менее, никто не смотрел на Россию как на врага. Да? А если Россия не является врагом, то, собственно, юридически говоря, что же может быть неправильного в том, чтобы брать у не врага, а партнера деньги в качестве зарплаты. Поэтому мы и видели там Ле Пен, которая получала субсидии от Путина, Шрёдера, который получал зарплату от «Газпрома» и «Роснефти», и так далее. Да, Северный Союз, да, Northern Alliance он назывался, который получал деньги тоже от Путина в Италии. Орбана, который был просто коррумпированный, купленный Путиным, премьер-министр Венгрии, Милоша Земана, который был купленным Путиным президентом Чехии. Мы это как бы видим сплошь и рядом, да? Но все это отчасти было основано на том, что вроде бы нет ничего юридически неправильного в получении денег от Путина, с которым, простите, весь мир встречался, весь мир ему улыбался. Ну, Юрий Георгиевич, вот я, извините, ради бога, я перебью, но ведь уже в 2014 году было понятно, с кем они имеют дело. Когда произошла аннексия Крыма, когда начались военные действия на востоке Украины, уже же было понятно, что эта гидра, гадина, знаете, как в пьесе Шварца «Убить дракона», она поднимает голову. Но это я к чему веду? Но Европа все равно немножко лицемерила, делала вид, что она не понимает. Она говорила, не стреляйте, она строила Северный поток. Она говорила только бизнес, ничего личного. И в итоге мы оказались там, где мы сегодня оказались. Если вот эта коллективная вина все-таки, ну и Европы в том числе, понимаете? Вы абсолютно правы. И моя совесть тут абсолютно чиста, потому что с 2014 года, с первых дней, когда Россия вторглась в Крым, я говорил о том, что мы встали как бы перед опасностью Третьей мировой войны. И даже в 2015 году в Киеве на русском и на английском я издал книжку под названием «Третья мировая. Битва за Украину». Поэтому мне было понятно уже в 2014 году, насколько велика та угроза, которую мы увидели, да, после оккупации Крыма, после вторжения в Донбасс. Но Европа, да, цинична, Европа, да, практична, Европа рациональна. И с точки зрения рациональной Европы было абсолютно невозможно поверить в то, что Россия начнет предпринимать шаги, которые прежде всего как бы наносят вред самой России. Потому что в рамке рационального анализа ситуации все это не укладывалось. И действительно, в том, что делает Путин, будем откровенны, ничего рационального нет. Наоборот, можно даже считать не просто то, что он делает все иррационально, это очевидно. Но ведь то, что он делает, наносит ущерб и удар прежде всего по России. И все те цели, которые он изначально формулировал и громогласно объявлял, ведь в результате его как бы, политики и действий им достигается прямо противоположный результат им же, провозглашенным целям. Я приведу как бы, такие наиболее очевидные примеры. Да. Одно из требований Путина, одна из претензий Путина заключалась в том, что Запад расширяет свои НАТО, извините, расширяет свои границы. И один из аргументов в пользу вторжения Украины заключался в том, что это был инструмент для прекращение расширения границ НАТО.
Тем не менее, результат на данный момент прям противоположный Финляндии и Швеции, которые даже и не думали вступать в НАТО. Более того, война послужила триггером для этого процесса, потому что Финляндия не собиралась. Совершенно верно. Все разговоры о том, что Путин недоволен тем, что Россию не любят и не уважают. Но посмотрите, результатом вторжения России в Украину является то, что Россию теперь не просто не любят, а ненавидят во всем мире. Все разглагольствования Путина о русском языке, которые он пытается защищать всеми силами и, опять же, там, расширять пределы использования людьми там, географически русского языка. Результат прямо противоположный, ведь в Украине через 10 лет никто не будет говорить по-русски, ну или, по крайней мере, может быть, будет какое-то меньшинство. Понимаете, вот все, что делает Путин... Тут я хочу уточнить у вас одну очень существенную деталь, извините, что я перебиваю. Есть такой термин «культура отмены», а я хочу с вами поговорить об отмене культуры российской, потому что сейчас в Украине идет, после того, что произошло, массовая гибель людей, расстрелы женщин, изнасилование детей. Все это породило такую ненависть, когда сейчас говорят о том, что нужно снести все памятники, которые имеют отношение к российской культуре, там Пушкин, Достоевский и прочее. Нужно убрать все книги из библиотек. Ну, понятно, и школьная программа, все, что вообще, даже любое упоминание о России. И очень серьезно, очень жестко, и украинская интеллигенция, все настроены вот именно за этот процесс. А считаете ли вы естественной вот эту расплату за то, что произошло? Ну, вы знаете, я считаю, что реакция украинской общественности, украинского народа, украинского государства на все это естественная реакция, это естественная реакция, да, на то, что произошло. Ну, как бы вам сказать, лично меня не сильно бы беспокоил снос памятников Пушкину, если они действительно в Украине стоят. Меня больше беспокоит наличие памятников Ленину, если они до сих пор в Украине стоят. Ну, практически уже нету. Совершенно верно, но вот тут очень важное слово «практически». Да? Вопрос в том, почему они до сих пор стояли, почему их не снесли после 91 года, почему их не снесли после 2014 года. И я бы начинал, будем откровенны, повторяю, я не знаю, стоят ли в Украине памятники Пушкину, но я начинал бы не с Пушкина. Наверное, после войны, да, и после победы в этой войне, я уверен, что украинский народ и украинское общество и правительство найдут некое нормальное, сбалансированное решение этой проблемы. Но я считаю, что просто сегодня это проблема второго порядка. Нам сначала нужно победить Путина, что непростая задача. Вот мне интересен ваш взгляд как историка, даже не эмоционально, а вот как историка на личность Владимира Зеленского. Он же не системный политик, он пришел не из системной политики. То есть это как бы такое новое явление, хотя в Европе есть примеры прихода несистемных политиков. Но все же, какое впечатление на вас производит Владимир Зеленский и в чем его, как вам кажется, феномен? Вы знаете, я никогда не занимался внутренней украинской политикой. То есть я достаточно хорошо, я считал бы, разбираюсь в вопросах российской внутренней политики, внешней политики. И в этой связи вполне там, хорошо понимал и ощущал, да, что происходит в российско-украинских отношениях. Но внутренней украинской политикой я никогда не занимался. Она была действительно для меня довольно сложна, требовала много времени, серьезного вникания в проблему. И, скажем так, я этого времени не находил. А к Зеленскому все
наверное, на Западе относились чуть-чуть легкомысленно, считая, что он легко бы получил свою должность, одержав легкую победу в некой вполне равной борьбе. Да? Но от него, наверное, никто не ожидал никаких решительных шагов и решительных действий. Но бывают ситуации, когда государственные лидеры, кажущиеся, может быть, незаметными и невыдающимися, в критическую минуту оказываются не просто как бы на высоте проблемы с событий, с которыми не сталкиваются, но буквально встают над этими событиями. Я вообще не хочу, я не умею говорить там тосты и громкие слова, честно вам скажу, никогда этого не делаю. Сказать, что поведение Зеленского восхищает, это не сказать ничего. Да? Вот к нему нет ни одной претензии. Вот ни одной. Да? Насколько то, что он делает как президент, абсолютно вот великолепно. Да? И я перед ним искренне преклоняюсь. Искренне преклоняюсь. Я не думаю, что даже в большой Украине нашлось бы, скажем прямо, много людей, которые смогли бы на его месте проводить политику лучше, вести себя лучше, быть на высоте событий в этой сложной ситуации, не свалиться, скажем прямо, к... не опуститься, вот в этой вот ситуации, когда оккупирована часть твоей страны, когда убивают твоих граждан, когда насилуют женщин, когда насилуют детей, не опуститься до уровня агрессора, не стать с ним разговаривать тем же языком, не стать призывать бороться с ним теми же средствами. Для этого нужно поразительное внутреннее мужество и внутренняя сила. И то, что эта сила оказалась в Зеленском, поразительно, восхитительно, абсолютно для всех неожиданно. И я думаю, что в украинскую историю он будет вписан как великий президент. Ну и в финале хочу вас спросить о будущем, в финале нашего разговора. А каким? Сейчас же многие рассуждают о том, какое будущее ждет Европу, ждет мир, потому что понятно по многим причинам. И по причине этой войны, и по причине того, что мир сам по себе стремительно меняется, но там какие-то технологические вещи очень меняют мир. И много-много других есть вещей. Каким может быть этот новый мир через какое-то время? Какой может быть вот эта система безопасности? Потому что понятно, что старая система безопасности больше не работает. Что нет вот этих вот предохранителей, они перегорели. Какие предохранители нужны? Что нужно? Ну, во-первых, что очень важно, после 24 февраля для всего мира, цивилизованного мира, да, для Европы, для Соединенных Штатов, для всех стран, входящих в НАТО, обозначился главный агрессор, да, и, собственно, главный и единственный агрессор для европейского мира, Российская Федерация. Я думаю, что сегодня всем понятно, что с этим агрессором придется воевать. Не просто противостоять ему, поставляя Украине оружие и финансовую помощь, а воевать. Я думаю, что это понимание постепенно приходит к
руководителям Евросоюза и НАТО. И я думаю, что новый мир, каким бы он ни был, безусловно, может случиться только после военного разгрома Российской Федерации. Вопрос только в том, сколько времени у нас займет этот разгром Российской Федерации, какой ценой это обойдется не только Украине, но и всему остальному миру, потому что я не исключаю, к сожалению, что этот конфликт не заморозится внутри украинских границ, что он, во-первых, будет расширен на другие страны, а из большой степени вероятности превратится в термоядерный. А поскольку мы действительно ничего не знаем, ничего не понимаем, даже теоретически, о рисках и жертвах, связанных с термоядерной войной, я думаю, что вот на этот вопрос никто ответить сейчас не сможет. Да? Поэтому то, что мы как бы победим в этой войне, это понятно. То, что Российская Федерация будет разрушена в этой войне, это понятно. Что непонятно, сколько все это займет и какую цену нам всем придется за это заплатить. Это в очень большой степени зависит на самом деле от Украины. Потому что на данный момент единственным как бы буфером, защищающим Европу, и вообще мировую цивилизацию от Путина, опять же, коллективного Путина, да, что очень важно, является Украина. Да? И, конечно, хорошо и как бы положительный момент заключается в том, что все вроде бы пытаются Украине помочь вооружениями и деньгами, но я искренне считаю, что этого недостаточно, что в эту войну НАТО обязано вмешаться всей силой, военной силой, каковая есть у НАТО, и что без этого эта война не будет выиграна, без этого эта война не будет как бы изолирована и выйдет за пределы Украины и приведет к лишним жертву. Я искренне считаю, что чем скорее НАТО войдет в эту войну, тем быстрее будет одержана победа и с наименьшим количеством жертв. Благодарю вас, Юрий Георгиевич. Огромное вам спасибо. Ну, в конце только остается добавить слава Украине, потому что действительно так случилось, что наша страна сегодня на острие вот этого сражения с Путиным и с уже таким, знаете, мировым расизмом и фашизмом.